Через 2 месяца православные христиане отметят Светлое Христово Воскресение, а на 9-й день от Пасхи – Радоницу, день поминания усопших. На городском кладбище началась подготовка к этим значимым датам. Управление жилищно-коммунального хозяйства Анапы полным ходом ведет работу по благоустройству нового сектора кладбища площадью в 5000 квадратных метров. Уже выполнены работы у нас по снятию слоя растительности. Значит, ведется установка бордюров. Около 463 бордюра будет установлено. Работы ведутся полностью на полную мощность. Вот поэтому сейчас мы стараемся как можно быстрее освоить это данный вид деятельности. После 15 марта управление жилищно-коммунального хозяйства планирует заасфальтировать дорожки внутри кладбища в 1107 квадратных метров, установить биотуалеты и мусорные контейнеры.